Воскресенье. Аллилуйя. Христос воскрес. Я помню, как в одной семье умирала девочка. Телефона не было, врача не вызвать, денег не было, лекарства не купить. Были слухи, мол, некто, Иисус Назарянин, творит чудеса. Он может помочь. Он как раз в соседнем селении. Отец побежал, нашел Иисуса, говорит ему: «Дочь моя теперь умирает. Приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». «Хорошо, идем». А там, как назло, толпа Христа окружила, ни вперед, ни назад. Приходят к дому, а им говорят: «Поздно, уже поздно». Но Христос, как будто не видя их, вошел в дом, взял девочку за руку, сказал: «Девица, тебе говорю, встань». И девочка встала, и радость жизни наполнила дом. Если ты в отчаянии, и свирельщики поют похоронную, позови Иисуса. Он наполнит твой дом жизнью. Если ты остался один, все отвергли тебя и насмехаются над тобой, позови Иисуса. Твое сердце возликует, и душа воспоет. Если тьма объяла тебя, и ты потерял смысл жизни, позови Иисуса. Свет немеркнущий озарит тебя, и сияние неба осветит путь тебе в небесное царство. Иоанн, апостол, говорит: «Я есть им воскресение, и жизнь верующий в меня, если умрет, оживет». Иоанн передает слова Христа: «Если умрет, оживет».